Так, если тут. Филь, спасибо за 2 месяца, Рисаба. Когда на Мерсе тебя увидим с Лепехой? Да не знаю, Лёшка уж поехал дальше, блядь, по турнирам. Если к Новому году приедет, то уже нормально будет. Сколько это трансляция? 2 часа. Блядь, 2 часа уже, ебать копать. Я меня под рубкой режим наебнул, да. На самом деле, здесь мнение, что это патч все-таки. Может, Рики Мартина взять? Давайте побахаем. Есть смысл сейчас играть РММ или подождать калибровку и ММР не сливать? Я так понял, там будет калибровка твоего текущего ММР, или я не прав, я не знаю, как будет. Я думаю, что да, потому что какой-то брекет же надо делать все-таки. Но, что странно, я на стриме очень редко 2 подряд выигрываю, очень редко. Мы 2 взяли. По 2-4, правда, ну похуй. А че не на тине? Там же полный пиздец. Да нахуй нужен, я вообще тине не перевариваю как персонажа. Мою бывшую бы кидал на врагов. Все так плохо было. Я вот обновился не спецом восстановить режим, уснул вчера в 4 часа дня, а проснулся в 7.30. Нордлинг, я специально до 12 ночи ждал и лег спать, и проснулся в 4 почти. Я не могу столько долго спать. Кто знает, какой брекет будет, учитывая то, что средний рейд в доте 2500. 2500 это очень мало. Ихний. Егошний, блядь. Сейчас просто игры такие, либо челики сразу ливают, либо потеют так, что парни на инте в финале так не потеют. Да не, на самом деле я пока таких игр не видел. Было 31 минута и 40 минут. Но 40 минут там ультралейт уже какой-то пошел, блядь. Судя по всему. Что у нас за пик? Кто у нас мид? У нас Рубик мид или что? Что за герои? А, нет, у нас Скаймак мид. Бля, мне не нравится наш пик. У нас... Хотя есть дизейблы, но, бля, все равно. Их пик мне нравится больше. Там и фантомки, насколько я знаю, 5% кто у Коп де Грейс прибавили, ну, к ультимейту. Если да, или даже больше, это вообще жестко. Как тебе новый ловкач? Пока мерзкий, но 2 раза против меня играл, 2 раза он сосет хуй. Пока такая статистика. Чё, как новые герои, все имба, как обычно. Но я бы не сказал, что они ультра имба, но неприятные, базара нуль. Но прям такого нету. Как МК, когда появился, ебало бил. 5%, плюс 5% шанс таланта на 25-м. Да, да-да-да. Это жестко. Нашинский. Кстати, Эл, ты не в курсе, в каком патче убрали такую тему, что Агила давала мувспид? Ой, блядь, Тиль, я не помню. Вообще было такое или нет? Если было, то я этого даже не заметил, походу. Фея сильно очень. Базара нуль. Очень ультрасильный дизейблер. На каком-то месте дота на Твиче 4-я, 29 тысяч, ну мало утром, да, людей еще пока что. В Жилин 260 зрителей. Ёб твою мать, скатился, пацан, жестко. Телевидение не пошло в буст, по-моему, немного. Так, нам нужно лимон сразу, потому что сбоку он не продается. Что еще взять? Да нужно нам что-то еще или нет? Бля, Рики мувспид порезали, да? Пиздец, какой медленно стал. Ну ладно. На выходных планируешь поток или 6 ноября? Лен, у меня по идее каждый день сейчас поток будет. Если ничего там колоссально жесткого не случится. Что? Что?
сейчас пойду посмотрю, что там у них. Это тест? Нет, это уже, ребят, в main клиент добавили. Уже патч работает, вы можете играть. Я попробую спиздить. Они к тебе бегут. Но я у них заберу, да? Фея без вижена. У них вообще у кого-то вижен есть? Тут нет, тут нет. Тут нет. Ни у кого дастиков нету. Ну, блядь, на самом деле сейчас дасты очень сложно купить, потому что очень дорого все на сапах. Доброе утро, Ал. Военкомат сегодня идти на комиссию. Если есть возможность откосить, то лучше коси, братиш, лучше коси. А ты еще не шаришь, как ранги работают? Да я не знаю, ребят, никакой конкретной инфы еще нету, по-моему. Ой, мисклик. Сейчас качаться выгодно на линии очень. У меня бы одного крипца, и у меня тапочки будут. Вот этого доставишь мне? Спасибо. Если вариант связки с толстым Макси штучку. Да. Да, наверное. На самом деле нет сейчас. Она пиздатая, она вижен. Вы видели, да, как сейчас туча работает? У врага АУЕ. Ну, у тебя вижен тупо. Тупо вижен, вот, блять. Тупо ты в туче стоишь, нихуя нету. Вокруг. Вообще абсолютно ничего не видно. Ну то есть я не знаю, тебе дают ли союзные герои какой-то вижен, если стоят рядом. Но если нет, то это пизда. Герой просто нихуя не видит, пока находится в туче. Весь его вижен — это туча и пизда. Карта черная, она. Ёжик в тумане, блядь. Бля, увидел таланту МК на 25, про броню вышел в окно. Да, соточка армора — это дохуя, согласен. Он просто в круге неубиваемый от мили атак. Спасибо, Крысотулая, за поддержку, да. Альберт, тебе пизда. Окей. Если рядом есть тиммейт, то вижен есть. Понял. И крипы, как я понимаю. У меня больше экспы, чем у Скаймага. Лулец. Просто лулец. Ну, маловало, до второго, до третьего будем тут калидовать сидеть. Блять, сразу с мясами. Но мы возьмем блинк, чтобы максимум дэмэджа наносить. На третьем, соответственно, возьмем смокскрин на разик хотя бы. Получай экспо, я попищу баунти. Сайленсер. Порезан он, кстати, немножко на главы, но он больше интеллекта сосет, по-моему, с талантом. Да, плюс 2 интеллекта стил, то есть это 4 интеллекта стил. Это овер дохуя. Но у него, кстати, убрали имбаланс и талант 200 рейнджи. То есть это, блядь, Драгонлендс, грубо говоря, второй забрали у пацана. Плюс-минус. Стрим-снайпер, блядь. Бля, ну, ненавижу таких типов. Дружище, ты, конечно, полный говноед, ебучий прям. Я не люблю пиздеть на людей, которые меня знают, но, типа, так нельзя делать. Откуда ты знал, что я пизжу руну у тебя в лесу и побежал именно на мою? Смотреть стрим — это негожая хуйня. Хукни его. Ты хукни его, да, нанеси дэмэдж. Хукай. Это, конечно, овер хуёво, но ладно. И ничего не пишет, блядь. Странно. Что? Когти, блядь, не продаются здесь? Ва? Как фейзы собирать теперь? На базу за фейзами идти? Вы что, издеваетесь, блядь? Это же пиздец конечная, нахуй. Для этих тапок. Лол.
Ладно. Ладно, я пошел. Ладно. Отходил на часок, как... Чё, как Ситуевина, хорошо пока все. Зачем играешь на роме? Инес сказал, что они не топ. А Инес у нас с каких пор стал профессиональным игроком? Или тем человеком, от которого зависит то, что он сказал, то и будет в доте. Типа, я не понимаю этой хуйни. Не, Ярик, конечно, базара нуль, там в какой-то механической теме нормальные там видосы делает, но это все равно не тополь то, чтобы там прислушиваться как-то жестко, ну, странно. С тех пор, как выиграл дефенс, бля, сори, тогда, гайс. Я, по-моему, тогда у Лёши бухал. Или это не тот дефенс был? Который Ярик выиграл. Да. Куджик, ты четвертый пока? Пойдем попьем. Можно мне фейсы свои забрать, пожалуйста? Бля, я опять эту хуйню прожимаю. О, ебучая привычка, у меня просто палец, блядь, сам тянется на эту ебалу. Там, короче, есть такая фича ульта спектры, ульт баланара, вижен его нет. Я знаю, да, видел. Видел эту ебалу. Пуджику вы пятый. Нормально. Все неплохо. Эта тварь умирает, все хорошо. Мне бы шестой получить здесь. И в идеале аквилку бы собрать. Происходит. Я лечу. Но та! Дабл килл уже, блядь, ну ладно, и так овер до хуя мы получили. Подзагуляли молодые люди здесь. Так, Аквилиус есть. Везем Аквилиус и теперь в диффузик пойдемте. Доброе утро, Олег, хорошие игры. Ругамайн, спасибо. Спасибо. И тебе доброе утро. О, Клюцверк. Бля, почему он его до сих пор не похоронил? Ладно, он его и не похоронит уже. А Зевса какого-то ебануть. Дай конкастив по нему. Ебучие кусты, блядь! Мятый клокверк, нормальная тема. Ебать, Рубен, ты куда? Чё-то подпропал, молодой человек. Бля, если спишь же два баунти, будет очень найс. Нас долбоёбы нужны. Намажь меня раз. Ебать, ты эгоист, нахуй тебе руну оставлял.
Можно попасть, пожалуйста, спасибо. Такое ощущение, как будто там бабочка, блядь. Кстати, МКБ же сейчас по-другому немножко работает, да? МКБ тут можно будет собрать. Как раз бурс по дэмэджу, там, в спид-версии, это нормальная тема. Бля, экзо крипов порезали, пиздец, конечно. Ну окей. Хеллой мол, пятёр, ебнись, то прогнарёк по льдоту, как пончик под... Ну, я знаю, да, что это нормальная тема. Но диффузик нужен по-любому. Рики без диффуза это как, блядь. Ну хз. Деньги на ветер. Да-да-да, брат, ты меня убил. Все-все-все. Сори. Подстриг меня, ёбаный рот. 8 ловкости. Это хорошая. Хороший талантик. Талантик просто... Кригаз. Без хукшота еще молодой человек. Сейчас подойду, нужен будет конкастив, и я убью Зевса сам. Кидай. А, нет, не убью. Не убью. Надо блинк максить. Надо максить блинк. Смокскрин, конечно, заебись тема. Я на базу. Нет, сможешь сейчас сделать минут через где-то 10? Если тебя не затруднит, конечно же, прелесть моя. С новыми диффузами Рики огонь будет. Да-да-да, чаржики не кончаются. 4 секунды замедления, просто то, что нужно. 50 маны выходит. Вышел его в клиенте. Все, все, ребят, уже вышло. Можно уже ебошить. Я лечу. Еще один конкастив, и он опять умирает. Ёб твою мать, вот это болезнь! Ты че ботов мне отдал? Алло! Не знаю, зачем ты меня его положил? Он не бота, вылезил из них. Я пойду рунку возьму еще, подожди. Ну ладно, окей. Давай где-то под Т2 положу, а то его здесь пиздят. Заправил. Я вот здесь положил, смотри. Ты забузили бы хотя бы. Нет времени ждать. Бля, это же хуйня мягкая очень, да? Он может подумать, что, блядь, я вижен ему давал. А там досты были, я видел. Где на свой номер? А, ну тогда еще от того файта. Флешбеки словил. Без диффузика сложновато кого-то трахать. Ну нахуй, ты нажмет еще. Кстати, можно к Свену прийти и... Может что-то получится, кстати. Ага, у нас тут молодой человек. Го килл. Дальше пошел или нет? Да, лол, он пошел дальше. А чё это ты не прыгнул, дружочек, а? Чего это ты не прыгнул, дружочек? Окей. Мы эту подругу, в принципе, сможем уебать, если захотим. А приподнять? Пожалуйста. Я просто ебал эти мясы. Какого левела у нее скилл, блять?
Там настолько дохуя миссов, у меня чуть-чуть ли, блядь, не каждая тычка это мисс. Бля, ну у нас очень все плохо, хз. Как тебе новые персонажи? Пока что... Пас Таши есть, пожалуй, купи, Валора, купите, пожалуйста. Ну иначе я вот буду покупать. Ебать, у него ужасно просто микрофон. Пока что герои такие себе, но я бы не сказал. Они сильные, да, но в пределах разумного. Прям лютой имбы вот такой прям нету. Ну тут тело идет. Ебучие кусты, я их рот ебал. Нужен диффуз. Надо поставить, пофармить, походу, где-то хз. Пуч! Ты что, блядь, болен чем-то, ёбаный рот? Дай ему просто диземблер и все, и убей его. Вы видели эту хуйню? Ебать, Рубен Чубахи. Восемь ловкости, of course. Бля, вообще нормально, просто пизды даем. Ты умер? Да, братишка умрет. Там слишком много было. Я пойду шрайн соло пить. Хуй на всех. Шрайн соло и фармбот. На диффуз. Вместо смайла минус уши можно добавить кричащего кота Тома из мультика. Не каждый рофл поймет. Что у меня вор похож, блядь, на Том и Джерри. Двадцать процентов критикал? Воу, 1x5 крит. Это, конечно, не самый сильный крит в игре, но... Хоть что-то. Для тех, кто не в курсе, ребят, про почнот, про доту, я сейчас покажу кое-какой талант и... Сами все оцените. 25 левел левый талант, ребят, дает Рике возможность бить с инвиза. Ну, то есть, это постоянно в инвизе герой. Я не знаю, что это, под какими-то наркотиками выдумывалось. Но это лютая хуйня. Кто вдруг не в курсе. Если мы дорастем до 25-го, я покажу, как это работает. Зачем ты спалился, блядь? Мы могли ждать кого-нибудь. Гем придется покупать, ну конечно. Вообще, в адекватной команде всегда нужен гем против инвизеров, но все равно. Это ОПшная хуйня. О, так это возможность добить вышечку. На диффузик, считай. А, везем себе диффуз. И опять нажимаю эту ебаную кнопку. Что со мной не так-то, бля? Сеншин Яшу будем делать. Для статули чисто. Или метеор бануть. Хотя метеор, бля, такие артефакты ублюдские дают. Не-не-не, метеор я не буду на Рике делать точно. Надо на миди ебало им набить прям. Не знаю, в какого-то Зевса, если вцеплюсь, ему пизда. Пожертвовал собой, чтобы Сава убить, блядь. Варкрай же нажми, о, блядь. Бля, этот пуч это самое хуёвое туловище, которое я только видел в этой игре.
Браспер, привет. ПЛ на 25-м 1К, 2К критует. Неплохо. Как он кого-то еще убивает, я не понимаю. Это странная хуйня. Хитрец какой, блядь. Слышишь ты, подруга, ну иди сюда! Побалакаем, блядь. Бля, ебучее замедление, насколько же оно висит долго. Сейчас ты шерсть ебаная подойдешь. Попадай! Не попадай. Просто не попадает! Не попадает персонаж! Не попадает! Ну бывает такое, он просто не попал. Зачем попадать? Зачем? Просто мимо. Просто, блядь, как алкаш нахуй. Знаете, на кухне батя, блядь, в тельняшке нахуй сидит, в сына ножи кидает, ебать. Сына, ну давай как замутим, как в цирке, ебать. Достал вот это, знаете, такая хуйня, подставка для ножей деревянная, блядь. С Эльдорадо за 300 рублей, там 8 ножей, ебать. Просто въебал бутылку паленки, ебать. Сына, ну давай, цирковое, ебать, колесо, блядь. Фу, фу, примерно то же самое Рики Мару у меня, блядь. Ты что, дебил, что ли, или чё, блин? 415-й, это база, ответьте! Да, ты тупой! Блять, это SkyMac, отвечаю, он работает в диспетчерской службе такси. Такси... Ты, блядь, рук нету, или чё, нахуй? Такси-кортеж, ёб твою мать, 415-й. Блядь, сколько ты на радио своего бану ебанул, ничего, блядь, сделал, блядь, чё он, блядь, сделал только что? Это артист ебучий. С проспекта Ленина заберите, пожалуйста, молодого человечка. Сука. Так, где? Я просто в рот ебал. МКБ, прям сразу же. Скаймак, а ты в такси работаешь диспетчером? Долго еще поток будет идти? Прилично, прилично. Бля, ебать нас ебут. Просто в жуть. Жуткое зрелище. Сейчас два молодых человека здесь будут спускаться. Где? У-ху-ху, ебать! Я хотя встану, мне похуй на судьбу, когда мы не ебали. Ебать там пригар. Жесткий. Это пригарное подкрытие от Кефаль. С ними ходят у нас, блядь, Свен, Павлин, ПФК Гейминг, блядь. Да, Свен, конечно, редко стык раз. Вот реально редко стык раз. Это единственная. Бля, дружище, купи микрофон, братан. Новый год скоро, порадуй себя и близких в доте. Купи себе микрофон новый, пожалуйста. Я слышу, что не слышу, мне похуй. Я не слышу. Я музыка у меня. Так а нахуй ты разговариваешь, если ты не слышишь? Потом пизды все равно, вам пизды дают. И похуй как-то, вам пизды дают. Бля, ебать ты эгоист, где ты? Пошел нахуй. Я тебя не собираюсь слушать и насиловать, блять, уши своих зрителей. Просто разъебала Свена. Опа. Попадает! Попадает, Рики Мартин! Вот это разъебченка нахуй! Шо? Рубен, подходи, подходи, братан, успеешь еще попить чуть-чуть. Вот это, блядь, было сочно. А, смак, блядь. Доброе утро, братья. Какими судьбами в такую рань? Так получилось. Дуся, привет.
Так, надо какого-нибудь пессенджера подождать здесь. Бля, МКБШ теперь не 100%, да, ебашит? Я знаю, что у него 100% дэймэджа есть. 100% пьюр дэймэджа. А, нет, 60% пьюр дэймэджа. И 75% шанс попасть. Ну, блядь. Мне кажется, все равно это мало. Верните сотку. Сразу ебем. Блять, этот смех с каймага, это просто. Долго еще поток? Нога в колесе. Ты у меня, братан, спрашиваешь, это раз седьмой уже. Я же сказал, приличный поток будет. Приличный. Привет, Хил. Expect and listen. По 300, критусики, ёбаный рот, блин. Кусь. Надо собирать на гиперстончик. Свен, пожалуйста, заканчивай фармить, я тебя умоляю. Если ты не хочешь проебать эту игру, давай просто выиграем ее. Нормально, да, я сказал? Оратор, ёб твою мать, 2000. Центряк есть, как я полагаю, да? Или что это было? Пожалуйста. Тут же нет фишена? Или есть? Бля, эта подружка не ушла, да? Бать, там Свен надулся. Разъебано, блядь, сюда, суки, собаки горбатые. Ху-ху-ху-ху. Фили гудме. Просто потроха ебаные куриные на суп чисто. Да почти МКБ. Pick a better for you. А, пойти МКБ на топе дофармить. На старой версии Твича на планшете все еще значок семени на субскрайбе лул. Ебать. Нет, такого уже давно нету на канале точно. Множитель бека возьмем 100%. Конечно, 900 блинк рейндж это норм темка, но не. Мы тут все-таки кор позиция уже. На скаде же сейчас эта ебала не нужна, да? Надо курьерчика забрать. Бля, скади может сделать? Или башер? Не, мы ебанем манту. Да, манта будет норм тема. Против глобала. БКБшку я не хочу здесь делать. Там айон щит этот ебаный. Плохо сыграно. Алик, брат, пощади нахуй, они же дети. Нет, нельзя. Эти дети, ебать, пытаются меня выиграть. Какого хуя? Так что не. Я один, да, в живых остался. Я же рембо, ёбанород. О, башер. Башер, заебись, тема, братан. Мне нужен какой-то эвейт ебучий глобала. БКБ я не хочу делать.
2А, спасибо большое тебе за поддержку. Блять, я опять эту хуйню нажимаю, господи, да. Он просто ебал этот палец в рот. В ноготь, точнее. Бля, вот эти форставчики, конечно, напрягают немного. Совсем писечку, но напрягают. У того молодого человека... О, у этого молодого человека нет форстафа. У тебя нет форстафа, и ты идешь дальше, да? Где ты? Фалафел ебаный. Бля, куда пошел? Сюда, что ли, пошел кач? Ну, Женя. Эй-эй. Эй-эй-эй. Что? Что это было с пальцем с моим? Я же нажал диффуз. Я нажал диффуз, он не нажался, не нажался диффуз, не нажался диффуз, сука, блядь! Собери предмет, который отключает предмет. Ооо, предмет, который отключает предметы, это овер охуенная тема, да, я согласен, но это после манты. После манты, да. Ебать, он дорого стоит. 4500, охуеть, даже больше. Минус 4 инты, да, он 20 левел, ребят. Бля, до 25-го писеньки остались. Писеньки, писеньки, писеньки. И можно будет так... И просто пацаны без гема пойдут нахуй. Пойдут нахуй, ребята, без гема. Что-то пиздец, вопросы плавления в утреннем чатике. Поэтому тоже высру. Как тебе песня Ольги Бузовой «Мало половин»? Прекрасный шедевр, ребят. Лучший трек в мире. Нет. Свена кайтит, плохо так. Он диспел взял? Даже не знаю, как это комментировать. Бля, почему блэдмейла до сих пор нет? Есть атос, есть все, все, что нужно, все, все, что не нужно. Но нет нужных артефактов. Надо воевать там. Свен, ГДС, БКБ. А, БКБ нет. Хуёво. Марине на фрукты или сладости равно. Спасибо, Бухлос, братик. Спасибо большое. Лучше фруктики, сладкое идет нахуй. Спасибо, брат, за поддержку. 25-й нужен, пожалуйста. Очень хорош, мне даже не жалко, что я обнулил свои 4,7. Все верно. Блять. Минус сердца, по-моему, чуть-чуть. Бля, ребятки уже приобрели гем себе или нет? Бля, что так подлагивает дота? Особенно вот после этого кулили, у меня начало подлагивать. Жестко. Это иллюзия. Что за эффект Октарина сейчас был? Жуком поиграй на 25 левел, просто ловкости при этом Тарил Блейд. Нормальная тема, да, согласен. Да, еще Даггер охуенно, конечно, на Рике смотрится. Но не в этой игре. Они все убежали. Ну там сентрики 100%. Возможно, там даже гем есть.
Надо ждать, пока ульт откадешится. Без ульты не охуй ловить тут. Можно помочь? Не, гем. Там гем на клокверке. Выбейте нахуй гем. Гем с клокверка выбейте, пожалуйста. Догоните их, дайте им пизды. А, там Аегис. Сори, не догоняйте. Что, минус сердце? Да, от этих кулили твоих. Спасибо большое за кулили. Но от них минус сердце было. Бля, если они бэбэкнусь, они закинут сейчас. Хукай любого, любого хукай. Блять, Vision. Да иди ты нахуй! Ну зачем ты? Я гем. Он тут где-то гем выкинул. Нет? Куда он дел гем? Я взял гем. А, ты забрал лу, блядь. Сторона лысая. На новый герочек играл уже или только в лобби кнопки нажимал? Я даже в лобби кнопки не нажимал на них. В чем там баунти? 120, нормально. Мамуси. Ты можешь взять гем, подивардить немного. Не-не-не, я не буду дивардить, ну нахуй. Лучше дропни его просто и все. Оп. Да минус гем. Довольно длительное время, кстати, заебись. То, что я бэкнулся, это, конечно, ультра хуёво. Три баунти, хорошо. Опа. Вот это пряник. Я даже не понял, кто его ебет. Мне нравится этот герой, ебать. Я просто не выхожу с инвиза, я просто бью и не выхожу с инвиза. Просто бью и не выхожу с инвиза. Господи Иисусе, спасибо. Спасибо за этот шедевр. Просто легчайшая, блядь, игра в моей жизни. Если б не вот эти кусты, вообще было бы найс. Вылези. Брингстант сразу сделаем и все. Тагабель будет. А, нет, манту мы сюда кинем куда-то. На базу уебывать.
очень мало ресурсов. Я бэк. Ну, я не знаю, у меня маны нету. Если дадите маны. Не-не-не, отойдите, отойдите, ну его нахуй. Вообще ни маны, ничего нету. Стан. Ой, ну зачем я запрыгнул сюда? Ну зачем я сюда запрыгнул? Ну еще минус 4, и так маны не дохуя уже. МКП 75% дает, вы чё? Один файт и кончаем с ними, если выиграем, конечно. Так, Свену пизда здесь, да, походу? Скаймаг до сих пор не 25-й. Прекрасно. Очень. Что происходит? Ебать, мне ультра дохуя появляться. Минус центр. Бля, или все-таки не новый артефакт собирать, а какой-то башер. Башер норм тема. У тебя свой на фонтане стоит, как бы. У нас двое получает. Ну, Сава, сейчас минус 4, это с талантом. Вот это талант. Ты тупой, ты тупой. Ну, интеллект сил на 15-м. Да, его не фиксанули, ему главы тупо немножко порезали, но они в совокупности будут дохуя давать, если у тебя будет много интеллекта прирост. Бля, или бабочку сделать, я не знаю прям. Или скади. Бля, вот скади норм тема. Давайте скади. Скади это хорошо. Это плюс еще одно замедление, все замедленные, блядь, бегают. Блядь, ну рубероид. Бля, насколько еще долго появляюсь, это просто пизда. Бля, ну вот эти кустики, это... Как их обойти? Просто минус вся команда. Как это дефить? Бля, шрайнов на базе больше нет, это хуёво. Пуч байбек это конечно норм, но нет. Не. Овер слабая команда, хуй знает. Свет вообще не алё. Фалафел какой-то, блядь. Мы, может быть, еще не проиграем, но это выиграть практически невозможно. Тупой пуч, блядь, тупой Свен. Нанут, привет. Что за дефракшн у Зевса? Это новый артефакт Айон. Там, когда тебя бьют, у тебя вылезает щит, который блокирует полностью дэмэдж. Любой, магически. Там лагуну Лины может это заблочить легко. Фонтанчику туда дэмэдж подняли. Не, с мега крипсингами мы тут не выиграем. Бля, кстати, время, по-моему, появления жесткое сделали. Или мне кажется. Но, по-моему, оно лютое. Да пусть закончат. Мешайте. 25% Lure Evasion еще. 75% в итоге.
Он и твой урон на ноль сводит, айон диск. Да, я знаю. Опять клиент игры устарел. Ну, это очевидно. Да. Заебали, наверное, спрашивают, ну как по героям в целом стало выделяется кто-то? Да, просто щупают всех героев, по-моему, сейчас. Какого-то конкретного нет. Ну, новый герой, понятно,